Ну, в Якутии завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего движения на выборы в органы местного самоуправления, планируемые в сентябре. Накануне вечером закрылись все счетные комиссии. По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 70 тысяч человек. В настоящее время члены комиссии ведут подсчет голосов. Полная картина по итогам предварительного голосования будет известна сегодня, 10 апреля. Однако лидеры голосования, которых партия поддержит на выборах глав районов республики, уже известны. В Верхневилюйском Улусе победу одержал Владимир Паскачин, в Вилюйском Василий Лукин, в Верхоянском Гаврил Чириков, в Мегино-Кангаласском Николай Старостин, в Нюрбинском Леонид Ким, в Миконском Михаил Захаров, в Среднеколымском Евгений Слепцов, в Тампонском Яков Степанов.